Да они меня два раза грохнули, пидоры. Че? Ну, воистину воскрес, в первую очередь. Христос воскрес, бля. Ой. Я еще не проснул запросы. Меня уже кидают гранаты. Ну, короче, типа всех с праздником выходит. Праздник, Данил, всех... вот один вопрос. А? Нахуй ты постоянно вот этого пидора строишь, со мной пропускаешь ко мне? Чувак, я не успел, я его даже не видел. Я не успел, я Да-да-да, бля. Парни, парни, тихо. Сева, подтянись, ты чё, бля? Я лучше, чем ты, чем я сейчас прогноз сделаю. Не знаю, кого ты там снимаешь. Блядь, ну вот. Я... Да, блядь, что не могу слышать. На-на-на. Между прочим, хуй бормочем. Он без брони, блядь. Ёбаный хуй. Да. Ах ты. А, ясно. Он был, сдох. Привет. А я поигрался, чё-то он проиграл. Я вот тут думаю, мне Валерка посоветовал попробовать одни наушники. Фирма Cooler Master, они нормальные, это нормальная фирма, они... Мне просто сейчас Cooler Master. Ну, блядь, ты хочешь сделать какую-нибудь Диане или резиновую женщину? Ну, это я не думаю, что даже. Ай, блядь, если ты захотел о хуйне говорить. О, но с наушниками, если честно, странно. Потому что наушники эти стоят 4000 раз, два. Хуя. Ёбаные управления, ну дёшево, по сравнению с остальными. Ёбаные управления, это два. И три, микрофон на том гибкий. А ещё какой минус, то что, блядь. Ах ты, тупо. Подвал есть. Да и сами писали. Подвал, вентиляж. Где что ли? Сейчас зайдет. Там двое. Один пошел на базу ночью. Блин, какой раз я уже до кодов, вот метр остается и все. Он кстати, Сань, 50 рублей есть на киви-кошельке? А, метр, да. Не, киви стоит уже. Че нахуй? Че ты хочешь? Да так просто. Меня проверить, может, я. Подвал есть. Все, здесь тоже один чувак, пацаны, должен быть. А, ну да, блядь, я сам на ПМ тоже. Мид. К нам пошел вроде. Видел, Бенчик? Пиздец. Слушай, они по очереди идут, короче, с подвала. То один, то второй. Да, не поднимайся, поднимается с подвала. Ну один пацанный. Я в него попал, но не убил. Значит, хуй поймешь, куда я ему попал. Не этого. Другого.
Все, там больше не было на подвале. Первый этаж. Я говорю первый этаж, потому что одного я забрал, одного ты... тоже сюда пошел, да. Нет, первый этаж сюда пришел, а второй, по-моему, обошел с подвала туда. Тихо, тихо, бежи. Ну, вот, вот это. Потому что тот пошел через Митного к Саням убивать Саню. Они вдвоем пошли. Нет, двое с подвала были. А плюс еще Данила убил через МИД. Я в окне сижу, все сибитесь нахуй. Все нахуй. Тащи, смотри, я вот буду смотреть. Ну да, да, будешь смотреть или убивать, бля. Да, ну... Мир животных. Как мне это не нравится, но на МИДу походу никого нету. Да, нету. Один сверху идет. На веревочную лестницу. Ну, сколько? Тебе больно было? Твоя мишенька, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Сука, прёт меня, пиздец. Счастливчик! Мы желаем счастья вам, чтобы не грот вас ебал. Вы спросили раньше.